случае сертификации вакцины в Евросоюзе Норвегия будет рассматривать вакцину от короны из России? Пока нет, сообщил Стейнер Мадсен из норвежского Госфармкомнадзора. Вспышка короны во Фредрикстаде и Сабсбурге. 200 заражены, 1100 на карантине. Гостиницы в регионах боятся банкротства этой осенью. Традиционные заказчики на проведение конференций и семинаров отказываются из-за короны их проводить очно на базе гостиниц.